Салам алейкум. Алейкум салам. Участник, зритель, или Вон, так погодить? Я скинул. Участвовать буду. Красава. Здоровье поправь. Есть чем поправить, отожраться? Здоровье, у меня здоровье полное. Ну все, идите. Да. Там жди, правила там позже объявят, когда все соберутся желающие. Так, а что у нас тут? Символика. А кому там потело? Равчику. Перепил? Перебух, перепил, перекур. Да, покурить бы еще. Еще перенюх. Иди сюда, там мы зрители с той стороны. С этой стороны участники. Так. Тут костра нету. Ебануть себе. Равчик, 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 это для тебя. По еды приготовить. Так, а здесь у меня что, кстати? А, ёптать, у меня тут уголь еще, оказывается, есть. Хрена себе. На бой пьяным. Вот оно что. У меня тут оказывается уголь. Я у него улыбка на лице, я скучаем вижу. Причем на затылке, да? Салам алейкум. Салам алейкум. Вот еще. Участвуем, еще смотрим. Участвуем. Сейчас ладеневку найду. Это ран. Слотов много. Брат. Нашел. Для бодрости. Пара ходы, дорогой. Не пей. А, вот что там, он прям вон где сидят, там, как все соберутся, там дальше будут объявления. Все мишки еще нужны? А? Нет. Не собираешь уже? Здорово, братья! А, уже собрала. Все, Леся собрала. Покемон. Я говорю, всех собрала, мишек? Да. Акела не туда, слева в поход. Акела, за мной беги, за Магомедом. Братанчик, ты ли участник? Плати полтосик минимум, сколько ты привез. Чё, 5к? Вход? Нет. Зрителям пятак, полтинник, минимум участники скидываются. Ходи, дорогой. Гусиное мясо. Так, в принципе. Так, турист, я не понимаю. Иди сюда. Я съел этот. Подходи к Магомеду. Вы не.
Это что за нелегал? Почему не заплатил? Что такое? За проход. Не заплатил, меня сейчас лагает, я его делаю свой завуга. Я сырой гусятины сейчас наимну. Сейчас вот я подвисаю, вот сейчас жестко, не знаю почему. Либо за то, что машина... Я ж под витаминами. Ой, бля, сардина. Спасибо. Все вместе. Я, честно, на минималке, на очень низкий, я вот лагаю жестко. Ну, как отвиснет, подойдешь, или напишешь мне, скинешь, или потом переведешь, если у тебя с собой нету. Да не, у меня с собой-то, но просто я не уверен, что, блин, ну, так получится, блин, этот, играть. Я сейчас начну, это, блоки ставить или там... Какой же тут гам. Ну, потом, короче, разберемся. Проходи, гуляй. А чё, как? Тут же, по идее, надо переодеваться будет или как, или что-то. А где кабинки? Сейчас, секунду. Найду, хоть где они упали. Ну, тебе там сколько, я просто сейчас заранее запишу, чтобы не считать. А гусиное мясо, хорошо, кстати, это... Я скинул, я разов 10 лагал. Сытное. Шкафчики тут. Где что-то? Подожди, я... А где шкафчики? Я не вижу. Салам алейкум. Участник, а вот зритель. Малейкум, а вот сюда. Ну, давай пятерик проходим. А, все тогда отлично. Просто шкафчики стоят со стороны этих зрителей, бля. И... Кири, иди сюда. Иду, 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 иду. Иду, иду по пуля. Вот куда сюда идти? Вот иди. Вот тут зрители находятся с этой стороны. Садись. Да. А что мы делаем среди бойцов? Ты как бы зритель. Где отсюда? Куда идти-то? Я ж тебе сказала, там находятся зрители. На этой стороне. А, бойцы. А повыше специалист. Бля, ребята. Так, ребят, всем, кто собрался, это все. Я кратенько объявленное правило. Олеся потом нет покемон. Значит, смотрите, бои будут проходить то есть один на один. Смерти, а кто кого первый бунку уложит. Кто уложил, тот победил. Кто упал, тот проиграл. Правила простые. Более детально вот расскажет Олеся. Спасибо за. Значит, смотри. Сейчас я вас разобью по сторонам, красный и синий. А потом вы все пройдете к вон тем вот шкафчикам, сложите туда все свои вещи, кроме ботинков. Я вам выдам форму. Я вам скину форму, вы ее оденете и потом будете выходить. У меня, бля, это, прикинь, у меня пинг тут меньше, и ой, еще FPS, меньше 40. Знание для всех. Пиздец, что просто. Есть тут нарушители порядка. С вот этой вещью все знакомы, что это у меня в руках? Тайзер. Пожалуйста. Да. Чего-то. Имейте уважение к себе, к другим и к ивентам. Всем спасибо. А можно вопрос? Можно. Да? А почему там висит человек на ринге? Ну, над рингом. Это тот, кто меня не слушает. Нарушителя повешали. Он правил, да, ты повесил. Он правила нарушал и нарушал. Бля, у меня FPS. У меня. Ну, кстати, для особо будет существует вот такая вот штучка. Проветывается, падает реально, как бы FPS. Так, такой вопросик. Тут, блин. Чувак не добежал еще пока что. Он сможет потом участвовать? Ну, пока все переоденутся, есть еще, я думаю, минут 5-10, пока все переоденутся, ну, пока еще на команды разобьются. Полтора км. Ему полтора раз успеет бежать. Как раз успеет. Покемон, можно вопрос? Да. А, может, я еще раз перезайду, но просто задержка будет того, что у вас сервер забитый и придется подождать.
Потому что у меня реально лагает. Ну, это... Братан, да там непонятно, сколько ждать придется. У меня также лагает, FPS до 30 падает, вообще капец. Со 180. У меня 8-10 FPS. А, ну, у тебя вообще не играбельно. Потому что... смотри, это ж ты пишешь, да, говоришь, как я... Турист. Смотри, если ты успеешь перезайти, вопрос, если ты не успеваешь там вот, дольше там 5-10 минут, ты мне напиши в Дискорде, у меня никнейм в Дискорде такой же, как и здесь на себе. Напиши мне, чтобы я просто знал, начинать или не начинать, окей? Да вы можете начинать, я ж не знаю, как у вас там распределение. Ну все, Олесь, просто запишешь его там где-то в последней паре, да, чтобы человек успел. Все, вот, добро, можешь пробовать, давай. Все, я понял, начали. Спасибо. Нет. Уважаемые игроки, слушай меня внимательно. Сойдите, пожалуйста, с трибун, и сейчас те ники, которые пройдут на определенную трибуну. Первое начал. Правило бойцового клуба. Я сейчас баню кого-то пошлю. Значит, на эту трибуну поднимается Собор, Син, Ванёк, Вертуха, Таск и Турист. Естественно, остальные проходят на эту трибуну. Равчик, Чистильщик, Антифаб, Пенни и Акела. Все. Теперь, сколько у вас... Турист раздуплился только. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Отлично. Идем теперь за мной. Я тоже выбирает... с вами. Да ё... Ну, если участвуешь, то да. Да стой, пошел. Значит... Деду... Не нашу тюрьму. Нет, первая трибуна, вы тут себе стоите. Каждый распределился по ящику одному. Говорить, я подошел, скидываю туда все свои вещи, кроме ботинков. Дедуля, а что ты на какого-то узбека похож? Скидывай вещи. Мне тоже раздеться, да? Да. Да, я понял. Хорошо, все, пошли. Блять, я висну, пиздец. Я ж бежал пешком. Ванёк, там все... сюда. Что вы тут стоите? Идите, раздевайте вещи в шкафчике. Так, кто меня звал? Я. Слушай, поправочка, он участвовать не хочет, но хочет посмотреть. Да ради попустите. Да, ему там осталось 400. Таск. Ну, приедет, поднимется, опа. Да и все. Не, да, не, бля, у меня фризер. Вы слышите меня? Идите, раздевайтесь. Окей. Алиса, я ж тебе рупор дал. Тебе еще один дать? Ты свой потеряла? Нет, этот закрытый. Все, кто разделся, ко мне подходите. О, и этот свободный. Так, сейчас по одному подходим. Равчик первый. Син, ко мне. Покемон, мне сейчас перезаходить или как? Ну, давай, сейчас перезаходи. Антифаб, я у тебя услышал. Ко мне. Шляп смог поставить. Чистильщик, ко мне. А, он там переодевается, ладно. Таск, давай, не подходи. Пенни, Собор, подходи. Хера, Собор, ты лыб. Я думал, у тебя волосы на голове есть. Я все время... Есть, только не на голове, без братов. Акила, подходи. Пускай.
победит дружба. Ребят, кто там переоделся? Чистильщика приведите к шкафчику. Переоделся человек. Пойдем. Вертуха. Не занятый я, любой я шкафчик, этот занятый. А ты колпачка? Салам алейкум, брат. Ой, собор, иди сюда. Сказали, да? Еще на месте. Давай, пятерики проходи. Че, еще занято, что ли? Сейчас подождите, посмотрите. Ну это солидный ход, солидный, пошли. Бей на трибуну справа, увидишь, там Милки сидит и еще один человек. Сейчас, ну, сейчас выйдут вот тебе строительные шкафчик. Леса, вот можешь на них забираться. Народу до хренища собралось, вон, шкафов не хватает есть. На всех переодеться. Ладно, чё, пока. Пока движуха. Поле, конечно, это было бы не так сильно лагуче. Так, я что-то немножечко провтыкала момент. Подождите, у человека не хватает шкафчика, чтобы скинуть вещи. Я понимаю, поэтому я говорю то, что провтыкала момент. А, окей. Я просто смотрю, чтобы у всех форма была нужная, а то иду, я что-то смотри, раздала, я не подумала, что я раздала. Я говорил, записи у Сина в перчатке костят. У меня все записи есть. Блять, с них доставать все нахуй. Ну, хотя, конечно, я вот так вот на вас, ребята, смотрю, на Махач. На 5 я бы тоже посмотрел, если честно. Не надо. 5 на 5? Ринг побольше. Ну а что, нормальная заруба бы получилась? Ну, может, тогда потом? Ну, если захотите, конечно, без вопросов. Я посмотрю, чтоб никто не трогал. Потому что в кейс вот этот самый. Я тебя не слушаю еще раз. Самый, иди участвуй, я посмотрю. Говорят, твои вещи с аукциона пойдут. Иди сюда. Так, я не понял, а кто это там ножичко спрятал, вот это, человечек, что это за оружие такое, вот это вот вы спрятали? Это шо у вас пусть такое? Пусть в кармане вместе нож! Вместе с Пенни следующий пойдет на аукцион. Ну ты смотри, что в это, без шуточек. Пенни шмота нет. Никнейм так, 300 отлично, подвис вокруг меня. Так, отлично, вы все собрались, сиделись, молодцы. Значит, первая пара — Собр и Равчик. А по какой системе бои-то проходят? Я сейчас все расскажу. Так, вначале же рассказывали, все расскажу. Как противник упал в унку, тогда все. Нет, это все, до унки. А по какой системе? То есть, кто вылетает, кто упал, тот все, он вылетает из участия. Кто в унку падает, тот вылетает. Кто падает в унку, тот вылетает. Идут бои, повышается, ну... Вот выиграл, вот эта вот пара, победитель выходит в одну сетку, проигравший выходит в другую сетку. У проигравших своя сетка, у победителей своя сетка. У сетки победителей приз выше, у сетки проигравших приз тоже будет, но он будет немного ниже. Итак, по углам. На гречку. Итак. Можно листочек свистну? Можно. Ну ты отмашку когда скажешь, начинать? Хорошо, я еще скажу. Итак, ниже пальца не бить, но у вас это получится в любом случае. Я надеюсь на честный бой. Без поножовщины. Без поножовщины, а то будет плохо. А где красивая девушка? А чем вас мужчина не устраивает? Чем я вас не устраиваю? Чем вы... Я могу быть красивой девушкой. Нет, так, давайте, без воды. Пожали и расходимся по углам.
Ну, сделаем вид, что ты пожал. Все, расходитесь. Все, расходитесь. На счет раз, два, три, начинайте бой. Раз, два, три. Как бы самому по лицу не схлопотать тут. Собр, давай стели его, ё-моё. Кстати, ставки тоже наставили. В блок уходи. Слушай, а тут как бы... Но у него походу лагает. Первый готов. У Собра лагает походу сильно. Спасибо за это. О, это никого не было. Урабчика, медики, медики, где медики? Ну что, Собр, медики? Ты проиграл? А ну, блядь, красавчик, не деритесь. Ну, как медик могу вам только сказать, что пациент умер от вскрытия. Иди на ту лавочку, снимай шлем и перчатки. Становись в угол и думай над своим поведением. Следующая пара — Син и Чистильщик. Можно я последний, я боюсь. Так, пожмите друг другу руку. И расходитесь. А что-то у нас получается там три синих. А, там нету этого туриста, да, нету. Тотализатор проводится. Насчет турист раз, не два, дошел. Начался бой. Раз. Подпольный. Два. Три. Вот это давай начало. Вот это да. Сделал одну калитку. А его рассекли, что ли? Подожди. Красава. Ой, ебать. Руби его, блин! У него кровотечение. Да ногой лупи его нахрен! Ударим по яйцам! Да там их нету! Куда там по яйцам? Ниже пояса запрещали. Да он сейчас от кровотечения отлетит просто и все. Ребят, ему перемотаться надо! Ну так нечестно будет, он от кровотечения. А откуда вы крадете? Откуда вы крадете, если с кулаков убил? О, хз. Проверяй перчатки. Кинул, Син, а что у тебя в перчатке? А откуда у тебя бинт? Я кинул бинт. Сзади покемона. Блять, моргающая хуй, ёбаный в рот. Не, ну, рассечение, так, все может быть. Тихо. Переходим на второй раунд. Да как ХП надо обоим восстанавливать. Сейчас я этому восстановлю, не пугайте. Все восстановилось, заебись. У тебя ХП полное. Сейчас сделаем. Дай мне пару здоровья. У меня еще один остался, все. Ладно, у меня тоже один. Ну дай быть сами. Так, руки нажали. Ты его уделаешь. Почему? Все в обуви. Все в обуви. Ну просто. Давай, просто, красавчик. Скорее всего, может быть рассечение, когда в перчатках дерешься. Может, там просто месячные прям в бою начались. Я просто это. Насчет раз, два, три, начинается бой. Раз, два, три. Син, давай, 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 давай. Отличный план. Вымотай противника. В блок уходи. Вымотай противника. Бля. Сделай обманочку, сделай двушку. Двушку делай, двушку делай. Блок! Выходи с угла! Давай! Пизда! Браво, браво! Я вас люблю! Хорош. Син-син! Хороший бой! Почему их нельзя просто выйти и сбросить там где-то возле земли? Их обязательно откачивать надо каждого? Поднимайся на полу. Так, снимай перчатки. Ну, вытянем заново за территорию, да? Типа не наш. Ну да, я же за то и говорю до тех пор. Так, следующая пара. Ванёк и Антифаб.
Сейчас я отгребу первое. Люха, не пойди, я на тебя деньги поставил. В угол. Руки пожали, разошлись по углам. Я подниму руку. А меня сильно не бей. Он не уважает. По углам. На счет раз, два, три, начинаем бой. Раз, два, три. Я так, а это все дисквалификация. Я нечаянно. Я наш чаем подавился от такого движения. Ну, беру удар, пошел. Ваня, что такой страшный, что ли? Давай. Отыграл свои деньги. Действительно, готовился к бою. Блядь, синие, вы что, такие слабые, что ли? Реально что-то синий проехал. Прям за всех говоришь. Да вообще пиздец, блядь. Я грызливаю, да? Вот хочу, заберите, я не могу. Заберите кто-то этого бедолагу. Сори. Да я не могу вот качать. Ой, я покой душу раба твоего. Кванёк, Кванёк, снимай шлем, а? Шатки, иди к зрителям. В угол и над своим поведением. Блять, три победы красных. Следующая пара. Капец. Вертуха и Пенни. Спонсор, не подкачай. Руки пожали. Разошлись. Раз, два, три, начинаем бой. Раз, два, три. На первый от синего. Встречка, да. А, промазал. О, попал. Хорошо разматывает, хорошо разматывает. О, он почти лег. Кровотечение, кровотечение у синего. Кровотечение. Вот там у справа, справа бинт пяется. Сечка. Все, раз, два, три. Дед, давай, бля! Чё, да, ё-моё, опять красные лидируют. Ну, возможно, всё решит стенка на стенку. И зрители тоже участвуют. Ну, зрители... Не против махаться против. Эх, дедуля. Снимай перчатки, шлем и иди к зрителям. Бля, я думал, сейчас подведу команду, пипец. Следующая пара. Таз и... А что-то да, рассечение ему, видишь, руки пожали. Засандалил. Блять, а мне, у меня ХП уже нету нихуя. На счет раз, два, три, ну, начинаем бой. Не нихуя, раз, как бы ХП два, нету. Три. Акела. Красно мотает. 363 от красного. Сочная душечка от красного. Замешательство красного от синего. Сильный удар. Произвиня, хорошая четверочка. И красный победил. Красавчик какой-то. Красный тут так маневрировал по полю, как бы я сам не отхватил от него. Акела, ты-то не на ту трибуну ушел. Куда пошел? Ты куда к проигравшим? Мы потом это стенку махаться будете? Таск, иди на трибуну. Да, сейчас. Временный перекур небольшой, он буквально 2 минуты. Не может. Я, блядь, выпрыгнуть не могу, нахуй. Так, я тогда это... Отскочу, воды попью, ребят. Ебать, так, я почти... Ребят, все участвовал, подойдите.
если хотите пройти, ну, типа, стенка на стенку, если хотите, то можете переодеться на форму, если у вас есть такое желание после всего этого действия. Какую форму? Обратно в форму. Ну, а от нас чисто вот поединок вот это вот турнирный. Если хотите еще стенка на стенку заместиться, мы только за, дополнительно вознаградим. Это, Миш, тебе не кажется, если стенку на стенку делают, то это хрена маленькая будет? Может, вон там на поле сделать? Ну, можем и на поле, да, парковки, места хватит. Ну, а нет, нормально, быстрее так, бой пройдет. Ребят, сейчас я скажу, кому ко мне подойти, вы цвет... Рафчик, не бегай, у меня уже голова тебя болит, пожалуйста. Рафчик и не в бою подготовлен. Под спидами. Да, готов, сейчас ко мне подходит Пенни и Рафчик. Снять с себя эту форму красную. Разорви на себе эту форму. Одевай синюю форму. Белое золото, приветствую. Блять, подожди. Дальше кто одевай синюю форму? Ну куда ты забрал? А мне штанов не хватает. Вот, лежат. А? В трусах бегает. И шлем вон лежит. Вот он. Так, а можно это здоровье как-то поправить? Всем приветик. Подойди. Здорово, Валерьяныч. Кому инъектор даст? Кому? У меня один есть, могу вколоть, кому надо. Кому надо? Мне жахни тогда. Так, у кого еще проблемы с здоровьем? Могу раздать медицину бесплатно. Так, помощь от трибуны. Так, у кого проблемы, подойдите ко мне. Так, синий. Син, ты больше не участвуешь. Ты выбыл, ты проиграл. А чё мы, а я чё говорю тем, кто участвует. Мы в синем. Взял его человека. А, мы теперь против красных будем драться, что ли, получается? Вон оно чё. Так. Можете пока тоже перекурить, и я тоже отойду перекурю. Мы теперь против красных будем. Так я сменил форму. Там получается вон Рафчик переоделся в синий, и я в синее переоделся. Пынь, прищать, в ногах правда нет. В жопе тоже. Так, теперь кто проиграл, ребят? Ребят, кто проиграл, знаете что? Идите сюда сейчас за мной. По гелику там стоит на выходе. Вот сюда вот встаньте. Эту трибуну и ждите моих указаний. Вы зря, кстати, переоделись, потому что вы будете спариться за деньги. За деньги? А мы тогда за что деремся? Вы деретесь за кое-что другое. А, да? Смотрите, сейчас вам будет за мое сердце проигравшие. Парист на парковке. Потом. Ну, будете за деньги. За мое сердце. Так, первая пара выходит Антифап и Пенни. Так Рафчик и Пенни же был сначала. Почему? Рафчик синий теперь. Красный с синим дерется же. А, я что-то... Все. Тони, давай, и тебе там приятных снов.
Значит, раз, два, три, начинайте бой. Раз, два, три. Кровь. Синего. Стоп. Кровь. Да блять. Как так рассечения-то идут? Раз, два, три. Синий наносит жесткую двушечку. Красный начинает загонять в угол синего. Синий отходит от угла. Синий завел красный угол. И начинает его жестко избивать. Ебаш. Это убийство. Убийство. Скорее всего, дисквалификация. А почему? Это убийство. Перчатки боксер наносят до хера урона по ПП. Блять. Непродуманно изначально. Я сам еле выжил. У меня ХП осталось, блять, на писечку. Комарик пролетел, я бы умер. Ну тут перчатки, хорошо, видишь, по-другому ездить работают просто. Они ХП отнимают. Можно за антифапом съездить. Съесть. Можешь поехать. Так, Равчик, чистильщик на ринг. Так, ладно, я хотя бы два тура прошел. Блять. Это будет какое сражение. Друг другу руки пожали. Ладно. На счет раз, два, три начинается спарринг. Раз, два, три. Итак, происходит самая сочная битва. Синий наносит первый удар. Красный отвечает, но синий все равно дает сочную душечку. Синий пытается загнать и красного в угол, но красный думает обходить его. Монстров уже скучно месить. Почему? Да тут как бы ивент идет, участвую в турнире, вот. Два тура прошел. А он, я не знаю, он ХП себе не восстанавливал или чё? Как бы... Всё, тоже килл, блядь. О, вот это второй. Ебать, второй килл. Такой, о. Хоть один синяк выиграл. Вставай. Я тут клянулся, а тут уже труп. Так. Пенни против Акелы. А кто умер? Кого поминаем? У вас по ХП, ребят. Покемон, забери вещи с крестов. Они пропадут. Спустя какое-то время. Не пропадут. Они за 2 часа. Кресты 2 часа стоят. Ох, сейчас бой будет жесткий. Рядом спав... Что у вас? Рядом, самый ближайший спаун. Ребят, что у вас по ХП? Ну, у меня полное вроде. У тебя нормально все? Отлично. Руки пожали. Все, разошлись. На счет раз, два, три, начинается. Раз, два, три. ХП прожелтело, блядь. Все, я погиб. Нормально.
Временное оповещение о стриме в Telegram Link. Так, Черногорск. Тебя ждут на поле на 2 дефис 3 места. А, за второе, третье место? И потом торчать в хвосте очереди, чтоб шмотки забрать. Ну, блять, главное не откиснуть просто и все. Бля, тут пролаг такой жесткий идет. Пролаг, пропинг. Так, у нас сюда заход. Вот правчик и вот Пенни подбегает. Пенни, подходи ко мне. А. Да, сервак норм, но болен максимально. Крайний ящик свободен. Складывайте. Так, а... И... полка. Все. Все, идите сюда. А смысл есть пить? Смысл у нас есть пить. Не знаю, короче, друг другу руки пожмите. Сейчас подожди, пусть вверх улетит, то сейчас залагает. Братан, давай подождем вверх, чтобы улетел. Просто он лагать сейчас начнет жестко. На кубок переодень. Эти, а вот. Шо, пацаны, сейчас 4 бокса КМС, бля. Сейчас ждем Пенни еще при. А, уже на месте. Все, чистильщик, ты не участвуешь? Да мы уже пожали. Так, мы уже пожали. Нажмите друг другу. А, ну все тогда. Нет, я имею в виду, ты в махаче, если участвуешь. На счет раз, два, три, начинаем. Раз, вроде два, должен участвовать. Три. Ну иди на ринг, там найти в крестах форму и оденься. Посмотри, какой команд меньше, и одевай эту форму. Отойдите. А тут-то не зажмешь сейчас в углу. Нет, так дело не пойдет. Стоп, 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 говорю же. Вы слишком много бегаете, потому что все-таки давайте проведем это на ринге. Что-то не очень получается. Да надо здоровье надо поправить человеку тогда. А это что за бомж? А, это зомби. Это бутыльник. Так, мне надо где-то... Так, а где тут? И пожалуйста, спасибо. О, мои ботинки. Разойдитесь по углам, пожалуйста. На счет раз, два, три начинаете. Раз, два, три. Я есть. Нет, не грудь. Я есть лень. А, все, третье место. Фу! Проиграли. Ох, здоровье. Здоровье прям ну, на низу самом. Ну бой стенку на стенку, потом будем призывы давать. Да бля, мы сейчас это, друг друга поубиваем стенка на стенку, и потом на сервер будем по полчаса заходить. Там очередь, блин, в очереди стою. Это вся суть. Так, покемон, я не хочу учитывать стенку на стенку, поэтому вот вещи. Да, и я как бы стенка на стенку не буду.
донатом можно тут линк. Я свой собрал. А, можно пенни хп починить? А то он вон пошел ковыляя. А у тебя куда? Мне как бы хп это... Я выдачу дождусь. У меня инъекторы закончились, поэтому я не могу восстановить хп. Я могу дать инъекторы. Так, а это уже все, это не мое. Так, кто там участвует стенка на стенку, кто остался? Я посмотрю, короче, ну нахуй надо. Сейчас поубиваешь друг друга, потом в очереди на сервере стоять. Сейчас, хер знает разберемся. Сколько. Нам нужен еще один крайний человек. Так присоединяйся, покемон к нам размотаешь. Ты участвуешь? Ну, естественно. Ну, тогда красный сейчас переоденешься. В смысле переоденешься? Зачем? А, в красного? Да, там красный. Бля, мне хватает. Походу придется перезайти, у меня руки залагали. Ничего не пойму. Ну, блин, встаньте под цветом. Что у меня в руках сейчас? Ничего. Пистолет у тебя в руках. У тебя пистолет. Так, красный, красный. А у меня на самом деле перчатки, сука, залагала, блядь. Перезайди. Красный, на эту сторону. Алло, красные. В одну линию вот сюда вот встаньте. Пойми. Чё? Тебя отвезти потом. А Кела? Куда тебе сюда надо? Сюда встань. Да не, я в это... Пойду вы лутаться. Вы тоже в одну линию встаньте. Да, Робик, хорошо. Ну, встаньте, ну грози. Ладно. Их трое. Вообще. Ну, одного синего в красный. Ну, переоденешься. Ну, в черном, в красном. Ну и что, я сейчас возьму одного синего в красный переодену, тогда красных четверо будет. Там нас двое, я не вижу третьего. А где третий? 4-2. А третьего нет. Да он перезаходит, третий. Там еще неизвестно, когда зайдет. Неизвестно, зайдет, А, ну если заходит, то это уже хорошо. Да блять, тот там стреляет, сука. Буст. Какой буст? Не понял, детка. Все, давайте выстраивайтесь в линию. Или буст. Буст чего? Жизнь проси поднять. А. На не хочу. Да? Я уже вон уже желтенький. Нормально. На счет раз, два, три. Начинаем бой стенка на стенку. Раз, два, три. Давай нахуй своих пиздец. Своих не бить. Бей своих, чтоб чужие, блядь. О, преимущество синих. Помогаем друг другу. Отлично, сзади зашел, не беда. Здесь по спине можно. Давай, ебаш. Все, красавчики. Давайте, ох, так, сравнялись. Минус Равчик. Опять преимущество синих. Я тебя размотаю сейчас, сынок! Иди сюда! Да, там. Там сейчас судье достанется.
Вертуха мажет. Численное преимущество. Дай 5, Собор. Второго подними. А, все, он поднял. Поцеловать. Дай 5, Собор. Вот. И не важно, что играл в начале. Ну, поздравляю, теперь выиграли синие. Уже не понять, кто синий, а кто не синий. Спасибо. Так, я пойду на этот, на там, где я стоял. Я был в команде синих, поэтому я знаю, где мы стояли. Так, значит, у нас победители в одиночных соревнованиях, это получается Акела, Турист и Равчик. Команда синих выиграла. Будет, получается, Черри, Собор и Равчик. Охренеть, Равчик зажрался. Акела, Турист, Равчик. 1-1. Так я же тоже был в команде синих. Я что-то ничего. Я что-то про одиночных нихуя не понял. Синих, Акела, это в общем красный. А, все, понял. Так, скидывайте все свои формы. У меня нету больше инъекторов, кончились. Что-то я нихуя не понял. Сапоги кто забрал? Нас же осталось 3 финалиста. Сапоги верните. По-моему, или кто? Я нечаянно скинул. Кто там? Антифа был, да? Был Антифа. Потом я и Равчик был. Пенни, ты третье место. Антифа второй. А Кел первое. А, не, подожди, почему? А Равчик же меня навалял. Помогите, еле я что-то ничего не понял, блядь. Кто? Как? Блин, я же нормально. Равчик второе. Так Рабчик, когда я дрался, нас же трое оставалось. Ну, какое Акела, трое? Акела ты... выиграл. Да. Акела, Турист и Равчик. Какой Турист? А Турист когда дрался? О, турист в финале дрался одиночных. С... Я одиночный. Здесь Турист. Смотрите, последний. Я же когда с Антифа дрался, нас было всего 3 человека. Я... Равчик и Антифа на строй оставалось. Тихо. Дайте мне разобраться, пожалуйста. Не вопрос. Буду второй место. Турист, я просто Турист, он... Сколько у него было боев у Туриста? Я что-то нихуя не понял. Я его вообще, по-моему, не видел в это. Чтоб он дрался. Ты третье место. Не, я не помню, чтобы Турист дрался. В боях. Как бы... Когда он это... Кого убиваем? Что я пропустил? Не знаю. Подожди, я с кем? Я с Акелой дрался или с кем? Я дрался с Акелой, получается. Потом я дрался с Равчиком, да? Нет. С Рафтом. Нет, Рафтом я дрался потом, когда откис. Все. Уже определили призы. Я потом переведу и передам. А те, кто стенка на стенку выиграли, что тебе? Стенка на стенку, и все деньги получат. Ура, я денежку получу. Да, только Равшан офигеть, сколько всего получил. Что только я пизды получил и получил. А что учил? Нет, кстати, Акела молодец. Он первый занял. Потом второе Равчик и третье Пенни.
А, третья я получ... Все-таки я, получается, третья занял. Воу-воу-воу, ты че суициды делаешь, друже? Так, ну все тогда. Остановись. Че, все, можно расходиться? Да. Все, пацаны, расход. Все, ребятки, спасибо всем за участие. Спасибо всем за участие.